Ребята, 12 часов ночи в Индоре. Смотрите, вот откуда. Смотрите, вот видите, вон там, видите, свет горит. Наверное, где-то километр. Оттуда звучит не просто музыка, но и такие басы. Я не знаю, слышно ли вам басы. Вот они просто идут по низу. И просто там все листья просто качаются от этих басов. С той стороны, вот там вот, с той стороны, где дорога идет, там тоже музыка звучит, играет. Пипец, как все громко вообще. Друзья мои, закончился 9-й день Дурги, Дурга-пуджа. Я думал, что она идет 4 дня, а оказывается, она шла 9 дней. И эти 9 дней гудело тут, гремело все. И на 9-й день у нас, ну, везде приглашаются дети, и им дается прошад. Пошлите посмотрим. Ну, получается вкусно. То есть у каждого ребенка сварена чана. Это нут вкусненький такой, очень-очень вкусный. Лепешка, обжаренная в масле. Банан. И такая манная каша, сладкая, вкусненькая. Так что, в общем, такой нормальный, ничего себе вкусно, да? Я бы тоже с удовольствием бы поел бы. Часов ночи, уже заканчивается 11-й день Дурги. Везде, короче, никто не спит. Завтра понедельник, этим людям вставать. Вот не слышно, но там вот тоже музыка, там музыка, вот тут вот, потом вот где-то вот так. Вот тут прямо рядом с нами спать бесполезно, потому что попозже начинает очень сильно кричать толпа и бить басы вот эти вот, саундбуф. Заканчиваются, вот, прошли 9 дней Дурги, Дурга-пуджи, и сейчас уже прошел 9-й, 10-й, вот сейчас уже 11-й день, и уже тоже начинается 12-й день. В общем, пережили мы все это с грохотом, с музыкой всю ночь. Вот, люди становятся богаче и покупают не просто музыкальные какие-то там колонки, как у нас, а покупают просто огромные саундбуфы размером вот как с эти ящики, которые у меня стоят. И ты когда ночью спишь, и через себя просто вот все стены начинают дрожать, окна так начинают все дрожать, окна от этой музыки. Вот, поэтому спать в наушниках. У меня две пары наушников, вот эти немецкие, там, с звука, значит, поглощающими какими-то свойствами. Все это просто бесполезно, потому что все, окна звенят и гудят стены, понимаете ли нет? Но, тем не менее, мы прожили этот путь. Я поздравляю всех дург, всех девчонок, которые вот стараются найти себе сейчас парня, чтобы их жизнь Дурги, которая вышла тигрица такая, чтобы она все-таки нашла свою жертву и утащила к себе ее, к себе в логово. Все. Хэппи Дурга Пуджа, всего самого-самого хорошего и мирного неба над головой.